Фашистская оккупация продолжалась почти 3 года, или точнее 1013 дней и ночей, и стала самым страшным периодом за всю историю Рыбницы. В марте 44-го в боях за освобождение города участвовали десятки рыбничан. Сегодня в живых не осталось ни одного. В этот день первые цветы легли к памятному знаку генерал-майору Константину Цветкову. 68 лет назад под его командованием 41-я гвардейская стрелковая дивизия освободила Рыбницу. Обелиск славы. Каждое утро 30 марта, независимо от погоды, рыбничане собираются рядом с главным мемориалом города. Мы должны благодарить всех ветеранов, которые поднялись в эту грозную минуту. И они воевали не за ордена и за медали, а они освобождали наш народ, наши семьи. В свое время, в 2010 году, именно при содействии Евгения Васильевича Шевчука, того фонда, который он возглавлял, и содействии фонда российского, был произведен ремонт данного мемориала. Я думаю, что вот такие конкретные шаги, конкретные поэтапные шаги по увековечению памяти павших в Великой Отечественной войне и наша память о них должны служить показательным примером. Бои за освобождение Рыбницкого района начались 23 марта 1944-го. Чтобы отбросить немцев на правый берег Днестра и освободить небольшой город, понадобилось долгих 4 дня. Во время боев погибли почти 5000 человек. Это такой святой день, который мы никогда, ни при каких обстоятельствах не имеем права забыть. Только по той одной причине, что те люди подарили нам жизнь. На святом для рыбничан месте десятки людей с гвоздиками в руках. Сегодня нет живых освободителей, но есть свидетели зверств, которые учинили фашистские оккупанты. В память о погибших к обелиску славы мраморным плитам возложили венки и цветы.